всегда внимание больше, с Наполи и спрос существенный. Даже месяца еще нет, сегодня 19-21 числа возглавил после того, как Луиджи Дель Нери уволили. Вот теперь он пробует таким образом работать с командой с Фриули. И, надо сказать, потеря. Причем без нарушения правил и чистый пас на Калихона. Выход к воротам соперника, удар попадает прямо в скуфета, испанец. У нас есть первый опасный, по-настоящему опасный момент, который вырос как раз из прессинга Наполи. Моментальный перехват, нет никакого положения вне игры. Ну и далее последовавший удар. Ну, честно говоря, такой человек, как Калихон, мог бы сыграть и похитрее, пожалуй. Был, конечно, в положении вне игры Калихон. Джорджиньо, правда, сам в борьбу вступил, сам мяч отобрал. Джекирини выдает неплохой пас, но удар-то нужен по воротам, и этот удар следует. Он нас пробил, дождал. Скуфет, было понятно, что какое-то вот такое решение будет, но, тем не менее, это был по-настоящему опасный момент. Мяч-то штангу зацепил. 0-0, ну и Наполи идет вперед. И очень неплохо делают футболисты Наполи. Жоржиньо. Дальний удар. Ну, а в самом деле, почему бы и нет. Вывалился на свободное пространство Зелинский и сразу же провел. Считается, что на севере Италии... Матес. Дальний удар. Мертенс. Идет в одиночку. Инсинья. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, исполнено было. Скуфетер. Потеря. Вот можно играть дальше. Мертенс. С мячом. Инсинья выходит к чужим воротам. С левой ноги. Лоренцо Инсинья. Лоренцо. 1-0 в пользу Наполи. Это был фирменный неаполитанский гол, ибо он включал в себя и прессинг, и моментальный отрыв атакующих футболистов, и умение использовать свободную зону. Посмотрите, как четко, не было никакого положения вне игры. Но... сыграл. Кюсай. Зелинский. Пас в центр. Направо. Инсинья. Мертенс. Положение вне игры. Ну, как-то опять подтормаживает арбитр. Долго-долго думает. Потом все-таки решил, что положение вне игры было. Инсинья. На Мертенса. Вот тут совсем рядом Зелинский. Один стоит. Инсинья. Мертенс.